трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Непропуск пешехода с сегодняшнего дня будет обходиться водителям дороже. Размер штрафа теперь не фиксированный – 1500 рублей, а плавающий – от 1500 до 2500. Изменение инициировало правительство страны, ссылаясь на ежегодный рост числа таких нарушений. Возможно, в скором времени власти поднимут штрафы для пешеходов. Трасса 101. Сотрудники ДПС должны оформлять только аварии с пострадавшими, так считает министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По его словам, цитирую, где какие-то механические царапины и все прочее, этим должны заниматься страховые компании. Отмечу, что уже долгое время ходят слухи о том, что в ближайшем будущем гаишники перестанут фиксировать ДТП, в которых никто не пострадал. Трасса 101. Надзор за автошколами снова хотят усилить. Как сообщает «Коммерсант», такие учреждения обязаны будут передавать в ГИБДД информацию о лицензии, адресах мест обучения, категориях транспортных средств, учебном плане и так далее. Автоинспекция сможет рассматривать все это полмесяца, а изучать материально-техническую базу школы – месяц. Оснований для отказа станет больше. Трасса 101. Продажи новых легковых машин в России в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2016-го выросли на 17 с лишним процентов. Лидером оказался Kia Rio с результатом почти 9000 авто. Не так уж и много корейцу уступило Lada Granta. На третьей строчке закрепилась Lada Vesta. Также в первую пятерку попали Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Внимание к последнему, кстати, у покупателей серьезно снизилось. Lada Vesta со следующего года, возможно, будет оснащаться новой трансмиссией. Речь идет о вариаторе японской фирмы JATCO. Точно такая же коробка устанавливается на Nissan Juke. Якобы сейчас автовазовцы активно пытаются внедрить ее в тело машины. Добавлю, что сейчас у Vesty есть либо механика, либо автомат. В первом случае легковушка стоит минимум 554 900, во втором – 604 900 тысяч рублей с учетом скидок. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.